Зачастую в экстренных случаях нам необходимо переставить коробку переключения передач в нейтральное положение механическим путем. Вот это Range Rover Sport 494 кузов, 2017 модельный год. Для того, чтобы перевести коробку переключения в нейтраль, ключ вынесен теперь сюда, в подкапотное пространство, находится он вот здесь. Его нужно до щелчка взвести. Теперь, чтобы убедиться, что нейтраль включена, можно включить зажигание. Мы увидим множественные ошибки на панели приборов, ничего страшного. Но самое главное, что селектор не показывает положение паркинга. Ни один светодиод не горит. DSC ошибки. Ничего страшного. Сейчас, на данный момент, коробка находится механически в нейтральном положении. Теперь для того, чтобы перевести ее обратно, необходимо снять фиксатор и отщелкнуть обратно. Теперь можно посмотреть, что индикатор паркинга зажегся. Коробка увидела свое положение и работает в штатном режиме. Это может понадобиться вам только в экстренных случаях, когда неисправна электрика автомобиля, сел аккумулятор и нужно эвакуировать автомобиль по каким-либо причинам, не с помощью манипулятора, а обычным способом. Именно вот этот фиксатор поможет вам в этом.